Вече съм с моя ментор по боливуд танци Иванка Димитрова, която идва директно от Украина и затова има свой личен персонален преводач Вили. Тя ще помага така с нашата комуникация. Теперь показываем свои глаза. Сега показваме очите си. Отваряме и затваряме. Чтобы всем было понятно. За да може всички да разберат. Каждое движение в Индии, всяко движение в Индия е история. Сейчас мы выучим легкое движение. Сега ще научим лесно движение. Но оно очень часто повторяется. То много се използва и се повтаря. Точно так же, как вот эти жесты головы. Както тези движения с главата. Они используются в жизни. Те се използват и в живота. И точно так же, если я хочу подчеркнуть красоту. По същия начин, ако искам да подчертая твоята красота, я возьму тебя за щеки вот сюда. Те взема за буските. Вот и скажу красивый. И ще кажа красив си. Красивый. Пробуй со мной. Пробуй, това е движението. Опа. И вот мы делаем шаг вперед. Правим крачка напред, назад. Крачка назад. Шаг вперед, шаг назад. Когда делаем шаг вперед, мы присаживаем. Когато правим крачка напред, клякаме. И встаем. И се изправяме с крачката назад. Показываем. Показваме колко сме красиви. Опа. Все, да. Раз, два. Три, четыре. Глаза закрыли. Затваряме очите. Все представили. Представяме си филма. Открываем глаза. Отваряме очите. А ну-ка, посмотри, сколько людей пришло. Виж колко човека дойдоха да те гледат. Да. Оправяме косата. Приготовились. Готови сме. В образе. Вече сме в образ. Готови. Гледайте целите епизоди в godhelp.bg.